Вы пили что-нибудь? Нисколько ничего? А будете проходить освидетельствование? А почему? Ну, если же вы не пили, вам ничего бояться? Просто, блин, я ехал домой, я не знаю, что меня остановили, что говорят, что я гоняю. Я же не гонял, ничего же, правильно. Ну вот зачем тогда уходили от руля? От руля? Я даже не видел, что патруль ехал со мной. Правда. Просто я, блин, выпил 2 глотка пива и все. Вот только что сделал 2 глотка пива и все, больше не пил вообще. Ну и 2 глотка пива они покажут минимум, а то ничего не покажут. Не знаю, может съездить, а свидетельство, не знаю. Могут, когда соглашаются с свидетельством. А сколько выпили? 4 литра. Чего, пиво? Да. А как вы себя чувствуете, нормально? Да. Ну, то есть вы считаете себя способным ехать за рулем? Так точно. А вы не думаете, что вы можете таким своим поведением подвергнуть риску чью-либо жизнь пассажиров своих? Думаю, немножко. Вы садились в машину с водителем, зная, что он под градусом? Да. Но и вы не боялись при этом? То есть в нем вы были уверены? Да. Ребят.